Мак, что ты наделала? О, нам нужно сделать раздачу Кока-Колы. Нам понадобится компрессор. Дрель. Макс, неси колу и стакан, будем тестировать. Вот. Ага. Так. А вторую, вторую. Так, держи, Макс, трубочку. Так, все, держу. Включаем компрессор наш. И что, она сейчас будет литься? Вау. А, и где таких лужиц не будет? Так, держи, Макс, кнопочку. Я сейчас проводочек припаяю. Ну что, пора уже? Да, уже можно. Давай. Опять вредные напитки? Максим, лето на улице, иди вон в огород, персики покушай, виноград. Сам скажешь, мама. Что там? Конфетку? Нет, вот он желтый. Макс, неси карандаш и линейку. Будем делать диспенсер для конфет. Отличная идея. Карандаш. Линейку. Держи. Так, держу. Поехали. Нам нужен пистолет. Есть пистолет! Да не такой пистолет! Клеевый нам нужен пистолет, чтобы склеить, склеить! Смотри, как получилось, Макс. О, класс!